Егор, с победой, и твой комментарий по сегодняшней игре. Спасибо за поздравления. Ну, хорошая игра, хороший соперник. Всегда приятно сыграть с командой из другой страны, даже с другого чемпионата, посмотреть свои силы, так сказать, на фоне соперника, который представляет другую страну. Первый тайм ты провел на скамейке запасных, а во втором уже непосредственно поучаствовал во встрече. Можешь рассказать про эти таймы, как они отличались друг от друга? Ну, я не думаю, что таймы отличались друг от друга, так как задачи, которые мы решали во время этой игры, они были как и в первом тайме одинаковые, так и во втором. За вот эти две недели мы постарались отработать определенные моменты как в обороне, так и в атаке, и в прессинге плюс. И в этой игре попытались как и в первом тайме, так и во втором воплощать в жизнь то, что требует от нас наш тренерский штаб и главный тренер в частности. Поэтому никаких, я думаю, отличий в плане цели задач на игру не было между таймами. Впереди тяжелый турнир, где будет чемпион страны, серебряный призер Днепра Могилев. Твои ожидания и как команда готовится? Ожидания только положительные, потому что всегда приятно играть даже с чемпионом, вице-чемпионом. Поэтому будем играть, стараться, как в любом турнире, только одна задача – это победить. Ну и плюс еще, конечно же, не забываем то, что мы готовимся к сезону, и это будет вторая задача, чтобы подготовиться к сезону. И первая задача – победить в этом турнире. Поэтому вот так вот, с таким настроением будем подходить к данному турниру. Спасибо.